Позади 4 года учебы, впереди новый этап жизни. Выпускной студенты Сочинского госуниверситета отмечают в зимнем театре. Красивые, счастливые и полные надежд. Я учился на специалиста по адаптивной физической культуре. У нас в городе есть много реабилитационных центров, есть много санаториев, в которых можно продвигаться по этой специальности. И вот как выпускник с этого года я понимаю, что в принципе в дальнейшем я могу этим заниматься на высоком уровне. Сегодня дипломы о высшем образовании, полученном в опорном вузе Краснодарского края, вручили 1000 бакалавров. Столько специалистов выпустил СГУ в этом году. Диплом как знак качества в городе, регионе, да и далеко за его пределами, вуз хорошо известен уровнем подготовки специалистов. Честно говоря, когда я поступила на первый курс, я даже не ожидала, что этот университет может дать столько возможностей и опыта в различных сферах. Даже несмотря на то, что я учусь на юриста, я имею опыт в сфере молодежной политики, организации мероприятий, и всевозможных конкурсов, форумов и так далее. То есть это огромный опыт. СГУ готовит профессионалов своего дела на 5 факультетах – юридическом, экономическом, инженерно-экологическом и социально-педагогическом. А еще СГУ – это главная кузница кадров в области туризма и сервиса. Выпускники этого направления работают на ведущих предприятиях. Ребята востребованы очень хорошо. Они работают не только в городе Сочи. Желающие покинуть город хорошо трудоустраиваются в Москве, в Санкт-Петербурге. Очень много ребят развивает свою карьеру за рубежом, причем вот в таких странах, как Швейцария, Франция, Германия. Иногда очень жалко, что они работают там, а не у нас. Но на самом деле мы гордимся, что мы даем хорошее образование. И ребята конкурентоспособны. Сегодня дипломы получили бакалавры. В СГУ продолжают учиться и магистры, более 500 студентов. Сегодня они могут продолжить обучение по всем направлениям. Кроме того, Сочинский госуниверситет предлагает порядка 100 программ дополнительного профессионального образования. Одним словом, студентам вуз предлагает массу возможностей, а им остается только выбрать старт и идти к цели. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.